Если кому-то интересна и встреча двух восхитительных команд, таких как Обнинск и Liberty Flames. Назвал я составом, повторю для вас еще раз. Обнинск. 10 Судоша Михаил, 8 Потапов, Руслан 3, Владислав 7, Потапов Андрей 5, Королев Максим 4, Боженко Михаил 11, Белят. И наказывает за такую возможность Селезнев. Или Селезнев, надеюсь. Хасл. Рид просит открыться своего сокомандника. Кутухов скидывает под кольцо, и из-под кольца атака следует. Кутухов! Оголка. Первые 3 очка это для Рита сегодня. Красиво. Васильев. Пулап-джампер. Кудуков подбор. Краснюк оказался на площадке, и как-то он там не отмочится. Все хорошо. Либерти. Хороший бросок. Краснюк 2 очка набирает первый в этом матче. 2-2-2, кстати, у него уже собрано. Справится 16-13 пока что. На 3 очка проигрывает команда. О, атака. Не точная. Ой. О, не точная защита, точная атака. 16-16. И возвращается Обнинск. Селезнев 2. Хорошо сравниваю счет Либерти. Рип. Там 2. После перехвата. Отлично. Селезнев беснует. О-хо-хо-хо-хо. 3 очка в исполнении Омни. Ой, какой прессинг от Обнинска. Могут они себе позволить так играть. Скамья у них побольше. И пол персонально получает игрок. Извиняется тут же. Сейчас с мячом. Кроссовер регуляр. Тут же. Ох. Можно только похвалить. Да, начинают ловить нервяк. Игроки Liberty. Атака в дифы. Спасибо для Кутухова. Селезнев под кольцо на Баранова. Баранов пытается продавить Кутухова. Получается, у него это забивает. Он 2. И да. Подсдали немножко. Успевает за мячом. Баранов. И Баранов с разворота 2. Нашли они возможность. Но спорт он везде пересекается. Поэтому можем мы так немножко поюморить. Краснюк 3 тем временем. 30-25. Подсдали чуть-чуть Обнинск. Потахов. Потахов еще 3. Возвращает он команду в игру. Замена готовится. Игрока за такую защиту успел он за мячом. И еще успел встать на трехочковый. Еще пулап. Нет, еще и ассист. Сколько результативных действий отдел. Хорошо, жалко, не смог завершить. Передача под кольцо. И со спинмова. Ой, долгий, затяжной прыжочек только что мы видели. Судоша занес бой. Традиционный баскетбол. Перехват. О, еще перехват. И Малахов. 3. Вернулся кольцом, присел. И чувак готовился принять. И этот ему рукой перехватывает. То есть, это же кольцо. Нету. Подбор за Красняком. Краснюк. Ой-ой-ой-ой-ой, что за сказочная передача. Еще. 4 минуты всего прошло, команда Liberty уже возвращается в игру. Васильев в быстром отрыве. 37-33. Подбор за Шпагиным. Шпагин прорывается. Гашко и 3. Эй, Боженко.
Лучше было, Боженко в комментариях радуется. На трибунах надо быть, друзья, и параллельно смотреть матч. Тут же мы видим перехвата. Краснюк проходит на Васильева. Васильев, Анстапабл Васильев сегодня. Пятки, замена на Фатахова. Вот-вот, позади Любоженко выпустили Фатахова, но я так понимаю, Just 0 хочет увидеть комбо Боженко и Фатахова. Горошко. Горошко, да. И Рип 3. 16. Мяч Фатахов выбил его еще и перехватил. Выкинул мяч практически из аута. Рип бросает через руку и забивает. Извиняется он за то, что сейчас два перехвата. И вот, в отличие от Фатахова, есть потери, их три. Но отыграл он больше, чем Фатахов. На 10 минут. Рип, еще три. Остановите Рип. Фатахов, степбэк. Кутуков. Сделал вид, что будет отдавать экстра пас. Рип остался один. Не стал отдавать передачу, но и не зря, видимо. Бывает. Фатахов. И из-под кольца. Ни к чему хорошему не приходит. Краснюк уходит. И фол. Два считаются. И... И да, через руку наказывает, наказывает. Он пробивает, игроки восстанавливаться. Фатахов с разворота нету. Подбор сам и два заносит. Очки второго шанса сам с собой прищает. В этой форме Алби. Будет играть один. Забивать тоже все сам будет. Дабл-дабл, кстати, по-моему. Фатахов почти собран. 9 подборов вроде. Васильев. Давайте сейчас. Фатахов 3. Да, заходит 3. Да, с год и палка стреляет. И там. И там Боженко забивает. Не точно. Рип подбор. Рип. Плап. 45. И хи-хи-хи-хи. И там. Почему Горошенко сказал? Не знаю. Рип не точно. Кутуков подбор. Оу-оу-оу, сколько он там разворотов сделал. Я минимум 3 насчитал. Первый не точен. Еще один и один там. И там. Белявский. 58-46. Васильев там. И там. Белявский. 48-46. Васильев там. И там. 70-50. Передача под кольцо. Ну, Рип. Все, я с Рипом не дружу. Обнинск молодцы, отличная игра. С победой навряд ли Либерти смогут закомбачить 22 очка за 20 секунд. Ну, ладно, разница в 20 сохранилась, 72-52. Вот, спасибо всем. Владислав. Благодарю еще раз всех за комментарии и обратную связь. О-хо-хо. 75-52. Плюс 23.